Я сейчас восстанавливаю видео. Видео прервалось, я не знаю почему. Ну, дело в том, что бывает всякое, бывает непредвиденное. Я говорю, находясь около Эйфелевой башни, Трокадеро, комплекс Шайо, я так понимаю, он находится слева, Эйфелева башня справа от меня. А я нахожусь как раз между ними, в садах Трокадеро. Ну что, я себя поздравляю, ребята. Я поздравляю в первую очередь себя. Я здесь живу. Я здесь живу 3,5 года. В июле будет 4 года, как я сюда приехал. Приехал в ужасном, в отчаянном состоянии. Потихоньку, скажем так, не сразу. Я пришел к тому, что я имею. Ну, обычно любопытные спрашивают, а что ты имеешь? А что такое? Ну, самое главное для меня, это самое, как говорится, минимум. Рабочий минимум, это то, что я не в России. Это уже стоит для меня очень-очень дорого. В деньгах это вообще не описать. Тот ужас и тот кошмар, который находится, точнее, который происходит в России, мне он из детства не нравился. Правда, страна называлась по-другому. Советский Союз. Ну, чтобы не повторять ни в коем случае ошибок предыдущих поколений, я выбрал совершенно другое место жительства. Я знаю, что Франция – это страна прав человека, в первую очередь. Свободы – это другое, права человека. Здесь на тебя не смотрят, как на обузу. Точнее, недоброжелательные люди могут так смотреть, но на недоброжелательных людей есть тоже все инстанции. Ты можешь пожаловаться, ты можешь сказать, ко мне относились пренебрежительно, неуважительно, меня унижали, и все понятно, всем понятно, что это такое. Ну, еще раз поздравляю всех с праздником Пурим. Вот, это очень важно. Враги должны быть уничтожены. Для них у меня лично вариантов нет. А всем добра, счастья, солнца, как здесь у меня сейчас. Привет, Николай.